Вообще, я работаю в одиночку. Но раз тут такая неудержимая команда... Сейчас посмотрим, что у нас за заслуженная награда. Но стабилизация, конечно, уже видно, что у него очень прекрасная. У меня по сборке стоит закалка, трофейный досел. И я решил попробовать поставить трофейный вентиль, чтобы сделать меньше кдшечку, братцы. Так что как-то ты. Вы приглашены во взвод. Хотел посмотреть коллижен модель на танк с ГГ, но так как, видимо, прога идет как европейская, наших танков там нету. Так что по броне вообще ничего у него не знаю, к сожалению. Так, ну у меня ребята не пушат, если сейчас у меня здесь вкатят, мне будет ГГ полная. Да, ИС-2. Ну ладно, это семерка, мы его должны быстренько, я думаю, отпенетрировать. Все-таки у нас смешная КДшечка, да? Ну я сейчас ПВПшился в прошлом бою с таким же, как и я, братиком. Это тебе. Так скажу. Гусеница сбита, мы не на ходу. Так, КДшечка. Гусеницу починили, полный газ. Не будем мешать, да, давайте? Не будем мешать. Ну, первые бои, они, видимо, должны лететь очень точно. У нас 250 пробоя, 5,5 секунд КД. Надеюсь, мы тут сейчас будем накидывать тонну урона. Тук-тук. Ой, а кто горит? Ну, слушайте, даже без точности мы точно стреляем почему-то. Ой-ой-ой-ой, вы смотрите, какие два. Жить будет. Как обычно, первые бои, ребят, это такая интересная очень особенность. Попадание что в модуль. У тебя могут быть глупенький экипажик, все по Пробитие. Дефолту, и ты становишься каким-то монстром. Ну, как у меня было на 260, когда да я его только купил. С этим снарядом. Из разряда долбил. Спасибо за... То, что ты стал теперь моим прикрытием. А потом что-то все как-то дошел. Вообще я даже не заметил, братцы, как... А жопка твоя вот здесь вот не бьется. Даже не заметил, братцы, как дошел до 88 первое время. Понимаете, да? Да, и куда мне тебя щупать? Если только вот этого гражданина. Ну, я так подозреваю, у него неплохие борта. Борты. Пробитие. Это было не сложнее, чем жим Арнольда. Потому что, ну видите, я немножко передвернул, а они меня долбят, а итога никакого. Не, не будем раньше времени ХП разменивать, я так думаю, братцы. Попали в ходовую. Шотный танк, все, неубиваемый стал неожиданно. Так, отлично, артулечка. Раз. Тук-тук. Так, не хочу вторую принимать, ХП еще нам пригодятся. На героя ты не тянешь. Надеюсь, ты не будешь мне мешать, седьмой уровень. Эй! Жизнь иди, будет. Блядь. Упорит-то, извините меня. На, получай. Попали, урона не наблюдаю. Это тебе. Тук-тук. Слушайте, ну ДПМ, конечно, лютейший. Тебе пора в отпуск. Жить будет. Ах, совсем парень расклеился. Так, дальше нельзя. Не уходи далеко. Кто?
воина какого-то заработал, да? А что у нас? Всякие федьки, у них, наверное, федьки всякие на базе чилит, я правильно понимаю? А если мы сейчас поедем, будет все. Не пробил. Все, можно ехать. Ходовая в порядке. Гусеницу починили. Полный газ. Повреждение ходовой. Седьмого фрага мне не дали. Броня не пробита. Ну вот с этим молодым человеком будет тяжело, конечно. А КД у арту вообще присутствует? Стоим. Перековали копыта. Вперед. Нет, мы, пожалуй, не поедем. Снова в норме. Бляха, у меня очень мало снарядов осталось, к сожалению. И мне это не нрав. Да. Еб! А, я понял. Коллега, новый контент. Спасибо тебе, Сергеевич. Перепугался. На новый контент. Обещанное. Это, ребят, не удивляйтесь, это Денис Сергеевич, мой дорогой коллега. Мы увидимся с ним, я надеюсь, 17 февраля. Выпьем. У нас будут соревнования по бильярду. Он мне задонатил на арию. Ну, изначально хотел на арию, но предложил купить что-нибудь другое. Но, Денис Сергеевич, сейчас мы с тобой вместе откроем премиумный магазин, но там действительно нечего брать. Ария это будет... Я тебе в сообщении написал в танках. Ария это будет... Спасибо тебе огромное. Ария это будет памятный подарок, и я буду с удовольствием катать, и всегда он навсегда у меня останется от тебя. Ну, я думаю, ты понимаешь, да, мне это гораздо будет приятней. А, в землю, к сожалению. Ага. Не, давайте постараемся, может, поближе. Мне охота просто так выплевывать снарядов, и так вообще не осталось. Лишь бы не подсветили. Ой-ой-ой-ой-ой, сапсану сделали. Как-то надо так заходить, у них еще Федька не светился. И КВ-4Т на базе, дефер. А если я сейчас по-другому пойду, меня арта ихняя завалит. Или их, как правильно. Спасибо, Денис Сергеевич, сейчас после боя купим танк вместе с тобой. У меня есть прокачиваемая двустволка, восьмерка. Дальше пока что я не ушел, а вот такого прекрасного танка у меня пока еще не было. А как бы то ни было, мне будет очень приятно. Пробитие. А, вон этот пожилой мужчинка. Повреждение гусеницы. Нам попали в ходовую. Поняли, да, где стоят эти граждане? Только я так и знал. О, так даже интереснее. Все, можно ехать. Ходовая в порядке. Они думали, я не натяну гусеницу голыми руками? Может, борщ мне начнет помогать? Прикрой меня! Или это они... Попадание. Блять, как мне жалко Харишку реально, ну типа я. Ах, совсем парень расклеился. Я не хотел его разменивать на самом деле, но я просто не пробил его. Мое уважение. Вас понял. Ну стоит чел, ничего не делает, но вы видите, нет вообще эту движуху. Ну просто стоит, ничего не делает, чухан. Просто ничего не делает. Поддерживаю твое решение, 8к настрелял, нормально. Да, это первые бои, всегда так везет на самом деле.
Прикрытие. У меня снаряды кончаются, а борщ мне не хочет помогать, понимаешь? Сейчас КВ-4Т, он не шотный для меня, но он вкатит и устроит мне карачун. Мне надо прятаться где-то. Я не знаю, где он выйдет. Мне как-то надо убегать. Вставать как-то в кусты, как бы, да? Ой-ой-ой-ой. Сыкотно, когда такой урон настреляешь. Он просто сейчас от головы где-нибудь выйдет, и все. Подсветит меня. У него и система струляния прекрасная. Ладно, будем оттягиваться. Осталось 9 снарядов, из них 2 фугасных. Но, может, во рту залетит, если повезет. Они же меня пересветят, если вдруг что. У меня-то ни маскировки, ничего. Времени мало, надо как-то перетягиваться. Арта одна вот здесь наверху находится. Что нам с ней делать, неизвестно. Вон он на гору решил ездить. А, нет, не на гору, он за. Ну, я сейчас, я чувствую, я сейчас отгребу. Сейчас мне в жопу стрельнет он и все, наверное. Ну да, как я и сказал. Или арта доберет. Одно из двух. Добренько. Так, одна примерно здесь, другая там. Петька забрал артовода. У них же КД нищие, это же вообще просто забей. Не видно отсюда. Прекрасно. Нет, мы не будем это делать. Мы на Верочку будем стрелять. Одна арта вон там убегает. Во втором фильме тебя не будет. Ну там наверху она. Надо фугасами забирать, иначе на Федьку не останется. А, вы видели этот трэш? На героя ты не тянешь. Надо выпустить. Свети, 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 свети! Они не светят его. Десятого не дал. Девять 918. Интересно, почему на ТСТ нету камуфляжа, как на огнемета? Оба не... же можно было получить в конструкторском бюро. Ну, не знаю, почему-то как-то так сделали. Боже, это мастер? Денис Сергеевич, что это было? 9918. И как. И просто еще в чуть-чуть и тычка. Было бы 10к. Третий бой, братцы. Третий бой. Жесть. А вы видите, какой.